С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Горожане активнее используют электрические отопительные приборы, при этом их исправность проверяют далеко не все. Причинами возгораний чаще всего становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, перегрузка электросети. В частных домах нередко используют печи. Основные требования к ним просты. Не должно быть нарушений в конструкции. Вот. То есть это дымоход должен быть у нас исправный, без трещин, не иметь никаких повреждений. Также должны быть у нас печи оборудованы притопочными листами. И в быту должны соблюдаться некие требования к печному отоплению и тем самым к печам. То есть не допускается размещение предметов каких-то бытовых, а также мебели в непосредственной близости к печам. Вот. Не допускается разведение огня с использованием легковоспламеняющей жидкости либо газов. Также нельзя оставлять детей присматривать за горящей печью. Лучше не перекаливать ее, соблюдать временные промежутки. Вблизи печей на их поверхности нельзя хранить предметы, которые могут загореться. В осенне-зимний период активно отапливаются дачи. Перед использованием печь нужно очистить от сажи и копоти. Далее это следует делать хотя бы раз в 3 месяца. С начала года в Сарове произошло 36 пожаров, в основном из-за неосторожности при курении и неправильном использовании электрооборудования. Как правило, это может быть у нас нарушение изоляции электроприборов, как часто бывает, это электронагревательные приборы, вот, которые вовремя не проходили те или иные, там, может быть, проверку. Вот. Нарушается изоляция, приводит к короткому замыканию, вследствие этого происходит возгорание. Недопустимо оставлять электрооборудование без присмотра, сушить на нем одежду. Если возгорание все же произошло, нужно действовать в первые секунды после начала задымления. Немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, эвакуировать людей, если это возможно, попытаться самостоятельно потушить пламя. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.